Ночь и тишина, данная навек. Мы выехали. 6 часов утра, у нас уже встреча состоялась. Латте купили, кофе мальчики попили. Я, как всегда, не успела, пью по пути. Растягиваешь удовольствие. Да, растягиваю. Это Костя с Андреем уже уехали, да? Или туда, да. Ну, мы еще в магазин заедем, в Лесовой. И на водичку. Сегодня будет туса. Туса-рыбалка. Я сегодня мальчишек покормила с утра супцом. Они любят перед рыбалочкой. Посёрбать. Горяченького посёрбать. Ну, перед такой рыбалочкой. Холодной, когда. Холодную пору. Вот. И нажарила бутербродов. Очень быстро все шуршало. Наделала таких бутербродов обычных. Горячих. И что еще? И тортик положила. Ой, хорошо. С голоду не помрем. Мы, правда, до обеда буквально едем. Ладно, встретимся на воде. Лодки к бою. Да, мы готовы. А там хлопцы что-то еще возюкаются. А мы уже... Вот они, вот они. Прям как Вика вот эту песню пела. Ага. Что вижу, то и пою. Да. Вон Константинчик большой такой курит. И Андрюшка маленький такой. Машет, машет, уже видит. Ай, сейчас покажу красоту. Туман, правда, плохо все видно. Ну, ничего. Красивенько, да. Вот так, по кругу. Да. Для вас лишь миг, а для нас мы уже возвращаемся. Да? Словили мы 5 судаков, одного, правда, отпустили. И зря. Он был нормальный. Ой, 2 сошло, так что... Четверых везем домой. А мальчишки еще остались. Нам надо ехать. Еще дома работа у меня стоит. И в принципе, пацаны, Андрюха одного взял, а Костя ни одного. Пока. Как думаешь, проедем? Сейчас... Конечно, проедем. А что же не проедем? На нашей танкетке. Где только мы не проедем. Ну да. Сейчас разворачиваемся, там Днепр, едем домой. Подзамерзли. Ну как подзамерзли? Такое оно. Ветерок на воде немножко. Тут штиль такой, тепло прямо, ветра нету. А выходишь туда, на Днепр, ну на серединку, к фарватеру уже ветер. Мы не дадим. У нас дома движуха. Ой, я же вам не показала свой уловчик. Это Вика вчера. Боже, ну мне так нравится, она как это, беленькая, mm-hmm. да, такая с приправкой. Этот лимон дает прям вкус обалденный. Вот все, что осталось. Так что, может, еще и дома запечем на днях. Вот они, наши красавцы. 2 самых крупных моих, а поменьше Сережкины. Но Сережка больше словил. Он 3 словил, а я 2. Посмотрите на эту заразу. Пока я сходила туда-сюда в комнату, сделала себе бутерброды, но его спрятала. Я открывала уже? Да. Я только услышала, как хлопнула дверка. Тут нету. Ну это вообще наглость. Здесь что ли? Ты же не могла аж туда засунуть. Я не успела. Дурочка. Где-то тут стопудов. Говорит, что я уже открывала, я уже тут лазила. Вика, ты больная вообще, блин? Верни мне мой бутерброд. Открывала, вот эту еще открывала. Ты мама и дурка. Нету. Ну, просто еще раз. Я не знаю, что тебе еще сказать. Ну, не в духовке, да? Блин, она отсюда откуда-то ты скакала.
Капец! Дурочка, ну в приправе не видно. Ну классно, пока я его искала, он остыл. Я вообще горячий себе делала. Вот это у Вики сегодня это припарочное настроение какое-то. Ну, еще и промок весь снизу. Я уже, мой боже, сейчас. Я выбегаю уже, Сереж. А, ну то где-то возле арки столкнемся, бо я уже в дверях. Давай. Давай. А тоже где-то же, наверное, на подходе. Сейчас будем звонить. Хорошо, давай. Собираемся. Мы уже повыспались. Сережка убежал вперед. Сейчас идем в гости к Юре в частный дом. Здесь у нас в районе. Решили сегодня мальчишки покоптить. Ой, сейчас возьму рюкзак. Покоптить окуня у нас были там в морозилке. И судака, который сегодня словили. Вот. И мы такой вечер с друзьями. Давно не виделись, созвонились. Решили сегодня встретиться. Блин, где мои ключи? Вот, есть. Вот. И что хочу сказать. Мы уже с Сережей успели поспать чуть-чуть после рыбалки. И сейчас вот это ж организовываемся. Сейчас идем все вместе в магазин. Юра, Сережка побежал рыбу понес, чтобы с ней в магазин не идти. И этот, встретимся в магазине, что-то купим к столу все вместе. Там Света еще с Вовой. Ну, они были у меня во влоге когда-то. Вот, и это. И вот так вот, в общем, у нас сегодня такой запланированный вечер. Посмотрим, какие судаки копченые, вкусные или нет. Все, бегу. Пока мы тут со Светиком болтали, мальчишки уже сделали копчености. Вот он. А чё он так разваливается, Кэть? Очень хорошо, нежно приготовился. Да? Да, очень вкусно. Малосольненько трошки. Вкуснятина. Ням-ням. Уходили под песню «Пора домой». Прикольно. Хорошо, посидели. Я особо не снимала. Блин, тут темно. Ну что такое? У тебя есть фонарь? Дай фонарь, дай света нам. Ничего не видно. О, вот, меня видно. Посидели классно, потанцевали, рыба получилась офигенно. Единственное, мне не хватило вкуса копчености, как по мне, вроде бы. Ну, я думаю, это дело в опилках. Может быть такое, что я дал их мало. Блин, Серик, ты мне в глаза светишь, я вообще ничего не вижу. Угу. О, вот так как-то. Не знаю, мы прошлые разы, когда коптили, были веточки фруктовых, плодовых, да, фруктовых вроде, не? Плодовых деревьев. И прямо был вкус такой копченности. А сейчас не вкусно, обалденно. Но вот это вот запах такой копченый. Кого? Соль. Ну, немножечко, да, недосолено было. А так, в принципе, бомба. Ну, конечно, с моим судаком, с лимончиком не сравнить. Да. Идем домой. Темень страшная. Ни черта не вижу. Фух. В общем, как-то так. Все, ребята, сегодня у нас день подошел к концу. Идем домой. Меня не видно, конечно. Или видно? Боже, как лупит глаза. Все, всем говорю пока, всех обнимаю, люблю, целую. Подожди, сделаем вот так. Ну да, хэллоуин. Все, пока.